Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это Золотая Телега. По-любому интересное видео. Если ты не подписан на канал, подпишись. Ивент, который пройдет сегодня, сейчас через минуту появится Золотая Телега. 20:40 по МСК. Что это? Легендарная золотая повозка появляется в землях Аден. О, ну побежали, я за ними побегу. Поселение Геран, Орен и Аден. Так, первая телега. А тут мне ничего не нужно. Мне аденовская нужна. А в аденовской будут проклятые свитки. Вот эти проклятые свитки, мы покупаем их. К сожалению, приобретение один раз, то завтра они не появятся, это очень плохо. Я так бы нафармил бы. Только вот эти, это что? Это по 100 очков. Ну, 300 очков за 13 лямов. 300 очков за 13 лямов. 3-2 ляма. О, вот это надо купить. По-любому. И 15 реликвий энергии. Ну, и это можно. Пойдет. Неплохо. И еще... Геранчик. А в геранчике я хотел на украшение приобрести. 9 миллионов адены. Самое плохое, что у этих свитков есть срок годности. Вот это мне не нравится. Они и винтовые. Хотя бы были привязанные, просто привязанные. А так ты покупаешь их. И тебе надо его потратить там, ну, как бы говоря... За полтора месяца, как бы, дается очень много времени. То такое, то не пропускайте золотую телегу. Будет завтра, то есть в субботу и воскресенье. 7 и 8 января. Не пропусти золотую телегу. С вами был Розе. Всем до новых встреч.